Напомним, страшная история произошла в конце июня. По словам матери пострадавшего мальчика, двое старших друзей напоили ее сына и надругались. В полицейском участке подростки признались в содеянном. После этого, как сообщила женщина, родители парней пытались подкупить ее молчание, но мать отказалась. Следователи установили причастность подростков к насилию над ребенком, но дело не возбудили из-за юного возраста преступников. Тем не менее, сотрудники МВД добились перевода школьников в спецучреждение на 2 года. По последней информации, пострадавший от насилия мальчик замкнулся в себе и стал меньше говорить.